Первый бутончик, первое цветение пиона памяти Сердюка. Не крупный, но по крайней мере это его первое цветение. Я думаю, что должен быть покрупнее со временем. Очень интересная расцветка у него. Даже не знаю, знаете, такие переливы красно-бордового. И вот где-то отдает даже какой-то синевой. Вот смотрю, он второй день уже у меня цветет. Смотрю, начинают кончики немножко вроде как выцветать там на макушечке. Памяти Сердюка. Вот продолжаем наблюдать за бутончиком памяти Сердюка. Автор Сердюк. Его уже после смерти Сердюка ГБС назвали именем автора. Это сеянец Сердюка, который рос в ГБС. И вот после смерти автора его назвали в честь автора памяти Сердюка. Пион памяти Сердюка. Это сеянец Сердюка. Растет он в ГБС России. Гибрид махровый, полушаровидный, темно-красный, такой блестящий даже. Диаметр цветка 15-16 сантиметров. Высота где-то 60-70. Это будет низкорослый гибрид. Очень хорош для бордюров. Раннего довольно-таки срока цветения. Сорт назван в ГБС в память об авторе сорта.